благослови ясти и пяти рабом Твоим, святи си всегда ныне и присно, и во веки веков. Лучше подключиться. Твои розетки. Дорогу. Дорогу. Куда? Сюда? Так, садитесь, садитесь. Если подождите, там пропустите братьев сначала. Отец Виталий, проходи сюда. Чили брали сюда. Сейчас потом на имя сидим. Самый конец, поплотнее. Сейчас мужчины сядут сюда. Владыка, благословите небольшое слово сказать. Да. Люди иногда жалуются на плохую память. Но если ты пережил это, я попрошу полное, абсолютное молчание, не отдал слова. Если кому говорить, тогда выйдет другой, вы просто мешаете другим. Если вы пережили это, вы с трудом забудете. Что такое рана? Рана большая, когда ты пережил. Ты можешь считать медицинские справочники, какую боль, какие нервы. Это не то. Я вот на днях только узнал, ну, интернет это позволяет, где мой отец Тихон Дмитриевич потерял руку. Его призвали в самом начале войны, 7 августа он уже был комиссован. Оказывается, Ярцево поселок из Смоленской области, и придумали наступательную операцию, дело 41 год. Ну, естественно, что там было. Отец рассказывает, там Швина Драгобуш рядом, это все сошлось. Его имя, фамилия, награда какая есть. И бомбили, они на кладбище были. Там мертвецы летели. Два человека осталось только. Отцу оторвало руку, до локтя не было. Не до локтя, а до плеча почти. Ну, у него оторвало так. Но пока привезли Красноярск, где там какой-то Селецкий в это время, я так уже прикидываю было. И вот отец говорит, не погода, а мы пасемся, он говорит, вот до того тянет вот этот палец. Ну, говорит, какой палец, когда руки-то столько нет. Он пережил. Я это в предисловии говорю. Если мы считаем Священное Писание, мы должны себя поставить на место того, о ком говорится. Вот слепорожденный. Почему до этого его никто не допрашивал? Потому что слепыми полная вся страна. Почему сегодня благовестия нет? Ни в патриархии, нет благовестия. Это разговор только один идет. Я близко был знаком, епископ до этого был между вами Максима, а раньше был Антоний Васильевич. Ну как, он приходил, у меня дома дообедал, и в машине ездили, он простой был тоже человек. И вот говорит, у меня нет ни одного миссионера. Ну, возьмись за это дело, вот три храма я тебе любой отдаю. А там мы с ним в машине ехали, он повторяет. Почему? Потому что он знал, почувствовал, как это важно. Если человек обратился к Богу, пережил эту боль и радость,
Более того, что не пришел ты раньше, я в 23 года только пришел ко Христу, хотя с детства молился и знал. Он пережил это, теперь допрашивает. Заметьте, как вот об этом не говорят ни один святой отец. Ни в Златоуста толкования этого нет. Почему? Я в это вхожу и говорю, откуда ты это знаешь? Ниоткуда. Просто по мне, по хребту проехали. И мне больно. Почему мне за 23 года никто не подошел, не сказал все, как надо о Христе? Почему? Та душа, через которую я пришел Евангелие получил, Михаила, она говорит, я все пожертвовал для церкви, я так молилась, муж-то пьяница. Но душа до того томится, причащусь, иду, а душа покоя не находит. Какое-то мгновение, и опять. Священник, я поехал, сказали, и поехать в лавру. Ну ты исповедуешься, Анна. Да, исповедуюсь, Бог. Ну надо и милости, да я все отдала, еще уже нет у меня, все, давайте. И ее с монастыря в монастырь посылали. И она впервые это услышала у сектантов. Конечно, она перешла к сектантам. Ей никто не сказал. Она говорит, меня томят грехи, я столько абортов сделала. Ну, Боже, милостивый, простил. А я думаю, как он мог простить, когда за это смерть? Ну, что проще было сказать? Наши грехи Христос взял на себя. Он умер, страдал за мой грех. Зато он говорит, присваивай себе. Не просто умер, вот грехи мира взял на себя, как Евангелие от Иоанна 1:29, Иоанн Креститель говорит. А он умер за меня. Он сошел на землю ради меня. Забудь об этом мире. Он ради меня вошел на крест, это я должен висеть на кресте. Вот там плевали, били, бичевали, это я. Ты поймешь, как все тело наливается болью. Это я умираю. И вот представляется случай, допрашивают родители, что сам в совершенных летах, его спросите. То есть им тоже был дан шанс рассказать, какое чудо Бог сотворил с нашим сыном. Как мы мучились с ним, он только милостью не просил. Теперь он все видит, он радуется. Нет. Сам, то есть точно, что мне отлучили? Ну вы видите, сколько радости. А сегодня может такое быть? Может быть. У нас есть старобрядцы, которым запрещено встречаться здесь, в храме. Дома можно, даже выпивать можно. У нас сложились очень дружественные отношения с митрополитом Корнилием Титовым, который в Белокреницкой иерархии это. Ну я ему послал книги, он такие чудесные отзывы, насколько полезно. Попросил на свою книгу 100 проповедей митрополита Корнилия, дать отзыв, я дал им отзыв. А в конце приписал, у нас есть старообрядцы, вот моя родная сестра в красном сидит, Валентина Тихоновна. Они до этого ходили, их припугнули, лишили причастия за то, что вы к Никонянскую церковь ходите. Никонянь это погибшие. То есть они засыклись это, спроси в совершенных летах. И я тогда спрашиваю, владыка, разрешите им приходить, они не переходить не будут, чтобы они не дома сидели. 56 недель, и они ни разу не сидят дома. И он, несмотря на хорошее отношение, ответил, мы этого сделать не можем. А почему? А вы признаете, что в патриархии действительное таинство причастия? Я лично беседовал, когда там был митрополит Олимпий, они меня к себе звали очень сильно. Но один вопрос, неужели вы признаете, что у них причастие? Это коронный вопрос, запомните, о чем я говорю, батюшка. Я говорю, я не могу не признавать, это таинство, я в это верю. А тут сидел Антонов, другие священники, это Леонид Пименов, сразу все отошли, говорят, что с ним больше разговаривать. Вот момент, почему мы находимся в таком состоянии. Мы могли быть с Агафангелом Пашковским, с Тихоном Пасечником, но у них главное условие не признавать благодатность Московской Патриархии. Для нас непереходим этот момент. Мы не можем этого сказать. Мы верим в ее благодатность. Но мы верим, что, как я писал патриарху Кириллу, церковь смертельно больна. А как ее излечить? Доверием Богу. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя. Попросите, чтобы некоторые испытали это на себе. Родителям дали испытать, как прекрасно свидетельствовать о Христе. В совершенных летах. А он что сказал? Он только сказал, что видел. Был слеп и вижу. Он не мог сказать, что это Бог пришел на землю. Что ради меня он умер. Он пришел отверзать очи слепым. Грешника Бог не слушает, он мог сказать. О Христе мы можем сказать все, что нам православная святая церковь сказала. Сегодня нам шанс сказать об этом. Я благословляю моего Бога, что Бог удостоил нас снова встретить здесь владыку. Я ему сегодня уже немножко сказал. Зашел ваши эти послушники, уже 8 час спят. А мы-то ставим 4:30.
Я им это договариваю, говорят, вы лежите, а владыка-то уже у дверей стоит. Уже приехал. Выхожу, он у дверей стоит. Машина остановилась, он тут вылез. А как вы знали? Да никак я не знал. Я просто хотел вас побудить, быть бодрственными. Сегодня Бог предоставляет еще один шанс. Мы это все засняли. Я чтец, имею право заходить в алтарь, чтобы не подумали, я самовольно вошел. Это будет все показано. Какая чистота. Владыки крестятся как попало. Наш, то есть я уже своим называю владыка наш. Он, смотрите, как крестился. Он все это знает. Я в прошлый раз сделал замечание. Это люди будут видеть, и мне теперь есть на что показать. Вот посмотрите, как произносится, как иктинии, с каким благоговением, как песнопение пели. Это не просто торжество какое-то. Мы смотрим дальше. Это свидетельство будет. Вы только зайдете на, я думаю, на течение недели, мы выставим это все. И поэтому образ слепого, он нам должен быть очень близок. Это я слепец. Без Христа я блуждал, но он нашел меня, коснулся очей моих, и я теперь вижу. И теперь, что бы мне ни говорили на православии, я не могу согласиться. Почему? Я был слеп, я не понимал Писания. Но святые отцы, которые в православии, они открыли мне глаза, очи. А им открыл это Господь. Почему я когда спрашиваю, что самое ценное в православии, вы, может, священниками еще будете? Вы запомните, самое ценное – это священство. И каноны, и толкование святых отцов. А остальное у сектантов намного лучше. Намного они дружнее, намного лучше знают Писание. Но только выборочное. Православие – это всеобъемность, она захватывает все. Отошел. Там где-то вот ведерко, дайте ведерко там. Открой, открытое. Ну, открыто, оно открытое. Давай сюда. Теплое, да? Что, согреть еще надо? Брат, дай еще кусочек. О, не скушай. Давайте сначала, батюшка, нальем. Батюшка. Кипяток. А потом сейчас согреем еще, потом еще. Кому еще такая? Вот еще кипяток. Слово сказать вам лично. Дело в том, что по всей вероятности, как пишут, алтайские епархии разрабили на три части. Я говорю, мне надо меня спрашивать так. Я считаю, это абсолютно правильно. Но только другие считают неправильно. Такие расходы будут новые епархии строить, со священников будут душить и душить, деньги тянуть. Ну, это ясно дело, тому машина ему нужна, но главное не для этого. Патриарх Кирилл поступил абсолютно правильно. Слишком объем, ну, неохватное это никак. Вот. Вас оставили здесь, и это означает что? То есть они уже проводили эти рокировки раньше. Максим не заладил с властями и не очень так ладилось совсем. У вас как-то все это благополучно идет. И по всей вероятности вы будете митрополитом. Я у одного полковника был, я говорю, судя по всему, вы будете генералом. Он говорит, если в Шане заезд. А вы знаете, Вальков Владимир Алексеевич. И когда погиб Евдокимов, он не виноват совсем, но сняли охрану. И приезжал сюда Владимир Владимирович Путин, и его сняли. Так вот, вы будете, если уже у вас там митра другая будет, или что там будет, потому что выше епископа никого нет, и патриарх это епископ. Вы нас не будете зазирать тогда? Нет. Но мы в наших молитвах, мы договорились лично с вами, я договорился молиться друг о друге. Мы очень благодарны, что этот год прошел без всяких нападок. Непонятно, я просто объясню. Однажды вам написал мой крестник, еврей, он обратился, о том, что вот, миссия как заниматься. И вот архимандрит, наверное, Филарет, да? Ну, кто, я не знаю, но секретарь. Он не без вашего благословения пришел. Вот как насчет того, чтобы там занятия где-то вести? Я дал согласие. И вдруг все замолка, ни ответа, ни привета. У патриархии вот это свойство. Назад не идут. Я ж чем объяснить? Ну что, карьерный рост нашего епископа Ивантикова.
что если он с Игнатием свяжется, а как бы чего не было, ему там сбоку, ну, и Филарет, и другие там подсказывают, ты смотри, куда, а то тебя живо, это, в карьеру-то принесет. Пойдешь сейчас, Максим, посетелят на периферию-то. Но я не знаю, какая причина, но год прошел. То есть, если что-то уже чувствуете закрепли так, то я к вашим услугам. Как? Тем более, если я веду занятия, допустим, там с семинаристами, рядом сидит священник, я не туда повез, он меня сразу отдернул, и все, я не туда, братов, повез. Я вот рассказал сейчас вам о слепорожденном. Это полезно знать? Полезно. Полезно. То есть именно я не теоретик, я практик. И с практической стороны я покажу каждый стих Писания, как использовать для благовестия. Каким образом показать, что это мое и ко мне. Так что если вас Бог сохранит, и вы останетесь здесь, не убойтесь. Я готов сотрудничать по полной программе. Отцу Филарету я поручил. Не знаю, тем более я послал дары вам, книги. Ни ответа, ни привета. Я говорю, 38 обращений было в прокуратуру, 38 ответов. В милицию столько же ответов. Патриархию 56, ни одного ответа. Мертвая зона, муляж, никого там нет. Как так? Ну хотя бы могли сказать, владыка одумался и сказал, плюю я на этого окаянного грешника. Ну хоть что-то мы скажем, что, как будто нету, так епархия не исчезла, нет? Это вам, тем более, предоставлена свобода действия. Мы с ним-то стояли на улице, когда книги он в охапке нес, мои, в подарок вам. Мы расстались, он улыбался, благословились. И вдруг, нету, что, дорогой погиб. А я долго ждал, ну... Подожду еще. Спасибо вам за долготерпение. Наша одна прихожанка из Барнаульской общины переехала жить в Клочки. По пути. Пришла, говорит, в храм. Батюшка, выходит, говорит, ты в наш храм не ходи. Ты из Лапкинца, да? Чтобы в наш храм не ходила. Надо как-то... Поближе подойди, чтобы точно было. Фактически, наверное, ходить перед... Все. Так они только, а там это как она старостиха там делает. Она раньше там родилась, жила, в том городе жила. Жолнира, Нина Александровна. Подходит к ней, это Зинаида, там еще надо помочь. Что ты? Нина, батюшка строго наказал, чтобы с тобой даже не разговаривали, не общались с тобой. Она что? Я говорю, а ничего, ты приходи, становись и стой. Батюшка подойдет, скажет, ты скажи, что я не к Ебовочка пришла, я пришла к Богу. Это дом Божий, это здесь не ты хозяин, здесь Бог хозяин. Поэтому я стою, опять молись, а что если будет тебя за шиворот выбрать, ну то выйди там на крыльце тогда молись. Я говорю, что делать, раз такое есть. Там отец Игорь Чернодаров, или Чернодыров какой-то. Я узнал номер телефона его, звоню ему. Поговорили, я его пригласил, в гости приглашаю. Приезжай, отец, ну пообщаемся вместе, говорю, как-то это, все. Ну ладно, я не знаю, как не получится, если то это. Приезжай обязательно, владыка будет, говорю, гости будут, пообщаемся, говорю, ну, посмотришь, как мы живем. Вот это. И ладно, ну и все, на этом конец, конечно. Я несколько раз просто пригласительным как-то давал ему, там, Липовцева с Александром, ни разу не откликнулись так, ну, никак. И Липовцев? Ну, он был тогда благочинным был в Павловске, Липовцев. А он это с Павловска, этот Игорь, он в Павловске, а Клочки окормляют. На каком основании, что там это? Так они еще не это. Она покрестилась, у нас одна была там, значит, жила, Тамара. И она заболела, смертельно заболела. Может, березу? Ногу отняли. Велик далек. И она перед уже лежит в больнице, умирающая. Батюшка, меня причастите. Не буду причащать. Отрекись, что ты была у Лапкина. Все, Лапкин, все, не имела вообще, не все. Так и не причастил. Мне пришлось ехать причащать. Она звонит как. Но я поехал, да, причастил. Она умерла через неделю. С кем провели работу? Через неделю она померла. Что он в заблуждении находится? Поехал, я отпевать, он не буду отпевать. Я поехал, уже отпевал там тогда, похоронил. Видите, владыка, надо разумом так раскинуть. Вы здесь владыка. Но если вы поете где-то в Малой Азии там будете или где-то, никто не знает эти знаки различия. Отец Аким откуда там, в Гонконге где-то был, в священнической форме никто не подходит, и два русских только пьяненьких мужика подошли. Все идут, никто, я хожу-то, на меня смотрят, как на это, какое-то экзотическое. Все ваши звания, регалии, генеральские звания, ну, в другой-то стране, по-другому звания. И вы там никто, просто чучело в огороду будете стоять, и все.
батюшка, это наш стоит. Вот ходит меня, обнимает, думает, да свой родненький. Давай мне, значит, ручку подел. Там он ушел, вернулся. $100. На, тебе дорога, тебе. Нет, бери, все. Они куда-то на Тайвань, что ли, летели, чтобы это московская фирма. Там. Они нужны тем пьяные такой. А остальные ходят на тысячи, я там 10 часов ждал, скорость 50 в Австралии. Никто внимания не обращает. Все идут, они что, я для маленький лама стоит. Ну, спаси Господи. Благодарим Бога. Благодарите Христе Боже наш, яко насытились на земле твои благ, не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди ученику твои включались и спаси предая им, приди к нам и спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Благословен Бог, милый, питай нас от своих богатых даров, своей благодатью, и человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Избавляйте, Господа. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Хозяйку, подготовил нам. Потеряю, как голода не умираю. Да. Богатый выражение. Ну, потому что не в каждом месте нас выражают. Потому что сейчас уже уезжаете. Когда первый вопрос, я просил, надо построить, надо Можно взять еще три моих хотя бы, потому что там не хватит всем сидеть. Игнать Иванович, они на концерте же. Игорь, ты куда? А, сейчас концерт будет, а? На концерт пойдемте. Концерт? Да. Ну, я тогда не знаю. Да я видел, оттуда несли. Давайте я выйду.